Его звали Геральт из Ривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно. Нет вертикальной синхронизации, или я в глаза долблюсь. Очень много видосов будет. Очень много. А, вот тут я не знаю, я совершенно никогда не играл. Лежи, все в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр-Мархене.
Лео, зови Трис. Ваше время истекает, ведьмаки. Радуйтесь жизни, пока можно. Не так. Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда. Всего 2 дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт, защита, удар. Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт, о! Должен обдумать. Ты все вспомнишь? В Каэр-Морхене время не спешит. Ха! Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Идем, остальные. Он один! Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Он мой. Весемир, у нас гости. Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Кто-нибудь знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр-Морхен. Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор.
происходит? Пробуют пробить ворота. Без тарана они могут... Химера. Трудная тварь. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный и аморальный маг. Они подходят. Готовьтесь. Их больше. Они уже на верхнем дворе. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей. Профессор, ты знаешь путь? Веди. Профессор разыскивается в Редании, Тимерии, Каэдвене. Настоящий ублюдок. Я не слышала о таком чародее. Меригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволлу. Остальное работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера – одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе! Именно. Эскель, Ламберт, остановите Химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там... Трис, сможешь остановить Саволлу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один? Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк! Ah!
Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Ah!
здесь не пройти! За мной, назад к Саволле! Саламандром? Ah!
Ближе, ты умрёшь! Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики. Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое, у нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им нужно. Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь! Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги, на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Ха-ха-ха!
хорошо. Прости. Геральт, подожди! Что случилось? Внутри могут быть сильные противники. Выпей зелье грома, которое дал тебе Весемир. Геральт, скорее! Я тебя жду! Мы должны проверить, что творится снаружи. Геральт, что случилось? Внутри. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся, я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется.